Мистическая история про одну картину. Однажды в старом доме и на окраине города жил художник. Он был известен своими необычными картинами, которые вызывали у зрителей разные эмоции и чувства. Однажды художник решил написать портрет женщины. Она была очень красива, загадочна, как будто скрывала какую-то тайну. Художник работал над портретом несколько недель, но каждый раз, когда он заканчивал работу, она начинала кричать. Художник не мог понять, что происходит, и решил обратиться к местным жителям за помощью. Они рассказали ему, что в доме, где он работал, жила женщина и ее сестра, которая была зеленая и напоминала дерево. Художник решил отправиться в дом, чтобы поговорить с этой женщиной. Когда он вошел в комнату, он увидел женщину, которая была действительно зеленой и напоминала дерево. Она сказала ему, что женщина на портрете – это ее сестра, которая умерла много лет назад при загадочных обстоятельствах. Художник понял, что портрет был связан с прошлым этой женщины и ее сестры. Он решил оставить портрет в покое и больше не пытаться его закончить.